И зачем? Такая взрослая женщина, как я, 40-летняя бабушка, которая должна вязать носки, как многие хейтеры говорят мне. Вообще, что я делаю на YouTube? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня мы будем делать 100 слоев блеска для губ. Ну, на самом деле, вы уже знаете все про эти видео, уже 1000 видео на эту тему сняты. Но я все смотрю. Я, кстати, про помады смотрела только 1-2 видео, даже не помню кого, у кого мало там просмотров немного, просто чтобы понимать, что это такое. Совершенно не знаю, что у нас получится. И вообще подумала, что я лысая, что ли. Прикол этого видео, я думаю, будет именно в том, что как и зачем? Такая взрослая женщина, как я, 40-летняя бабушка, которая должна вязать носки, как многие хейтеры говорят мне. Вообще, что я делаю на YouTube? На это я решила снять вот такое вот бесполезное видео 100 слоев и чисто поржать. Мне на самом деле это интересно, мне самой не интересно такие видео смотреть. Ну как, раз смотрю, значит вроде бы интересно, но не нахожу ничего такого прям любопытного для себя, но... Мне любопытно сделать это на себе, что получится и так далее. Долго выбирала что, ну и решила, короче, сделать блески, потому что вот эти два блеска мне, в принципе, не особо жалко, хотя они оба вкусно пахнут, красивые цвета имеют, но их там много, я думаю, что хватит нам на 100. Итак, вы не любите, когда много болтают вначале? Начинаем. Начнем с вот этого. Даже не знаю, что за фирма. Буду без зеркала красить. Что-то я уже, по-моему, не один слой намазал, да? Раз. Два. Наверное, вот так надо, да? По одному. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девочки, так жалко помаду. 10. Это только 10. 11. 12. 13. 13. Мне кажется, она уже не мажет. 15. Как знаете, соль не растворяется уже в воде до определенного момента. 16. 17. Я сбилась. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Какая ерунда. 24. 25. 26, 27. Ничего, помада, да? 28 29 30. Офигеть. Можешь попробовать другую, шири-машири. 30. Смешно. Вообще ничего смешного. Вообще серьезная тема. 30. 1 2. Пришли. 4. Оно уже не накладывается. 35. 36. Реально не накладывается уже. 37. Давайте опять этот попробуем. 38 2 3 4. Зачем я этим занялась вообще? 45. Я уже знаю, что вы напишете. 46. Офигеть, половина еще не прошло.
50. Сейчас у меня на губах 50. Хороший блеск, да? Губы какие большие стали. Я знала, что надо губы выбрать. Потому что именно губы привлекают внимание всех моих хейтеров. Поехали, еще 50. Но мне кажется, особо ничего не изменится. Кажется, половина закончилась. Итак, хочу сказать свои ощущения. Мои губы, мне кажется, не дышат вообще. Но мне очень нравится блеск, который на губах. И мне сразу хочется говорить: «Иу, пойдем в магазин за сумочками». В общем, девчонки, такая ерунда. Это вообще дело, но что-то есть. Вот 100 раз вот это вот сделать просто невероятный какой-то. Ой, фу, так неприятно. Да. Хочу смыть скорее все это дело. Но блестит очень круто. Еще я знаю, что многим интересно, как потом все это дело смывают. Блогеры. Как буду смывать я. Сухой тампон. Какая свобода! Мои губы говорят мне thank you. Мои губы счастливы. В общем, все, с вами была Селина Свей. В общем, я повторушка-мушка за всеми. Это был прикольный опыт. Мне очень приятно, но я как бы это сделала. В общем, я не отстаю от тренда. И если понравилось, ставь лайк. Если не понравилось, тоже ставь лайк. Подписывайся, кто еще не подписан. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.